Всем привет-привет, с вами Клунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мой очередной заказик. Итак, решила я заказать еще вот одну такую новиночку для себя. По-моему, это впервые на моем канале. Их было три, по-моему, освежителя. Очень тоже понравилось. Вообще, вот эти вот освежители, они такие на сайте неброские, но до того вкусные, просто обалдеть. Артикул 8006. И, кстати, вот я запаслась аромадиффузорами, и вот сейчас ни одной штуки нет на складе. Поэтому я думаю, что я сделала это не зря. Смотрите, значит, это натуральный освежитель воздуха со сложной композицией, со шлейфом и так далее. Аромат действительно очень приятный. Артикул 8006. Плавный переход из свежих нот в цветочные оставляет терпкое послевкусие. Освежитель можно применять по мере необходимости. Столько раз в день, сколько захотите. Удобный мелкий распылитель не оставляет разводов на мебели и предметах. Чувственное наслаждение называется. Очень приятный, очень вкусный, очень классный. Реально такой цветочный, дорогой, хороший парфюмерный аромат. По-другому не назову. Но и вот этот вот, ну прям не чистая, конечно, сирень, но очень похож на сирень. Просто невероятно вкусно. Оба по 250 мл. Чистая нежность. Артикул 8005. Далее. Конечно же, наш пятновыводитель, заказываю его редко, потому что в основном мы все стираем в машине, но бывают и такие пятна, которые машина уже не берет. Да, и приходится сначала пшикать на пятно, а потом уже кидать в машину. А с нашей Викторией Антоновной все возможно. Это универсальный спрей, пятновыводитель. Он очень хорош в дороге. Он очень хорош тогда, когда нужно что-то руками застирать. Он не раздражает руки. Конечно, есть пятновыводитель еще жестче. Но вот этот 30-151, он не портит цветную ткань. А вот этот испортит цветную ткань. И испортит, причем мощно, и оставит белое пятно. Не на всех, конечно, тканях, но уж точно все будет окей с большинством тканей. Но есть такие, которые могут испортиться. То есть артикул 30-152, это такой вот карандаш, пятновыводитель. Его очень часто и много покупают. Это просто спасение для белых воротничков. Вот так вот можно его открыть. Вот таким образом. Открыть, смочить, намазать. Да? Он сейчас, конечно же, он сухой. Он намного тверже, чем пластилин, практически ничем не пахнет. И вот вы его намазываете, оставляете минут на 15-20. Можно сразу кинуть в машинку стиральную, а потом уже ее запустить через 15-20 минут. Очень хорошая штучка. Дальше заказала я артикул, по-моему, 20-22-03. Может быть так, 20-22-03. Это у нас с вами идет уникальный дезодорант для тела, цветочный лук с легким цветочным ароматом, который обеспечивает в течение 24 часов надежную эффективную защиту от неприятного запаха любой части тела благодаря натуральному сорбенту горного вулканического происхождения алюмокалиевым квасцам. Вот, если честно, запах мне не понравился, но действительно он придает свежесть телу, даже вот просто так, но вот это вот все-таки какая-то вот горчинка, она преобладает, она мне не нравится. Я израсходую, больше не закажу, уже не понравился из-за запаха. Так, это у нас новый аромат, гель для душа морской бриз. Очень хотелось его попробовать. Почему? Ну, потому что я люблю пробовать новинки, и BSC артикул 202-104 очень редко сейчас выдают новинки. Ну вот, вы знаете, слабоватый, конечно, аромат, но действительно морской бриз, очень нежный, еле уловимый морской бриз. Можно так сказать, гели для души вот этой всей линейки мне очень понравились, они не сушат кожу, они пенятся хорошо, активно. В общем, никаких нареканий нет, у них прикольное такое, да, оформление, все великолепно. Единственное нарекание, ну хоть словечко бы на русском языке, да, на этикетке, приходится вот тут вот мелко читать. Да, вот обратите внимание, вот этот же спрей, где тут русский язык, очень неудобно. Переворачиваете и начинаете по порядку, о, вот он, да, и начинаете читать уже, да, что это такое. Иногда можно и забыть. Вот действительно можно забыть, потому что когда куча тюбиков еще из одной линейки, вот ищи, где там ночной, где там дневной, да, проще что-то подписать. Итак, это у меня
тонизирующий гель для ног с экстрактом зеленого чая и ментолом, который освежает, придает чувство комфорта усталым ногам. Комплекс растительных экстрактов и соков листьев алоэ вера увлажняют. Артикул 202-702. И успокаивают кожу, написано. Я думала, что он, ну, грубо говоря, снимает тяжесть. Это такой вот гель очень интересный. Он действительно и охлаждает, и все. Но посмотрим, как он будет работать, когда вот, например, весь день мы, да, на ногах, на шпильках, еще что-то. Но вот пока что я просто чувствую сильный, очень сильный холод, сильный запах ментола вперемешку вот с той вот натуральной горчиночкой, которая присутствует, в принципе, практически во всех кремах. Что хочется сказать, 75 мл, средство действительно нормальное, очень-очень приятное, но нужно посмотреть его получше в действии. Не было у меня еще такого, чтобы ноги прям сильно-сильно устали, но я заказала. Мне интересно посмотреть вообще, ну и сравнить, конечно же, и посмотреть, в общем, хочется. Далее, парфюмерная вода «Зефирка», легкая, нежная, классная, взяла ее в запасничке, артикул 3088. Это любимый аромат свекрови моей, я его люблю, но не настолько сильно, как моя свекровь. Вот, поэтому, если она, ну, подойдет, скажет, что у нее закончилось. Ну, вот у меня есть в запасничках. Вот, у меня была одна вскрытая, но мы ее в дороге немножечко уронили, разбили. Она такая прям резкая, сладкая. Потом она раскрывается такими цветами свежими, классными. Ну, аромат очень приятный, свежий, сладкий, бьющий в нос. И вот вы не представляете, где мы ее разбили. Мы ее разбили в поезде, купе. Это было что-то с чем-то. Но слава богу, тогда было еще тепло. Мы открыли форточку, открыли само купе. Весь автобус вкусно пах. Все ходили, заглядывали, говорили: ой, как у вас вкусно пахнет. Я говорю: да-да-да-да-да. Угу. Сколько-то, конечно, вытерли. Да, то есть, ну, в общем, вышли более-менее из ситуации, но все равно запах был очень сильный. Вот. И, кстати, он долго впитывается, вот этот вот гель. Вот думала же, забуду сказать. Да, то есть, я думаю, слышите. До сих пор кожа липнет, поэтому на ночь намазали, если одеялом долго не укрывайтесь. Потом он уже в тех местах, где питался, он уже без следа. Далее шампунь для мужа. Это его самый любимый шампунь. Он уже несколько лет моется только этим шампунем. Он идет против перхоти, контроль над жирностью, зеленый чай. Артикул 1303. Отличный шампунь, суперский. У него приятный аромат. Он такой вот светленький идет. Да, и... легкий, нежный такой аромат. Знаете, Head & Shoulders, по-моему, пахнет. Да, муж у меня его сколько-то покупал. Далее, по две штучки заказала вот такой красоты. Ой, по одной штучке, потому что в этом каталоге вот это и это идут с хорошими скидками. Я взяла по три. Вот, а так как закончилось, и пока ждать, пока следующий придет, а мы улетаем, мы заказы берем только после того, как прилетим. Конечно, мы его оплатим, но 14 дней чем-то нужно черные вещи-то стирать. Вот, и мы решили заказать одну штучку. Значит, концентрированный гель для стирки темных тканей, артикул 118-41. Вещь просто наивеликолепнейшая, потому что не только качество стирки хорошее, не только пятна выведения, но он еще и идет усиленной особой комбинацией биоферментов, которые восстанавливают цвет ткани. Вот это вообще классно, да? То есть они сохраняют и восстанавливают интенсивность окраски темных тканей. Не знаю, как восстанавливают, но это очень приятно. Да? Предохраняют от воздействия жесткой воды и появления белесого налета. В общем, супер, 500 мл идет, он концентрированный, тоже как бы надолго хватает, но черного у нас немало. Далее, концентрированный гель для стирки деликатного белья. Оно идет именно что? Защита волокон, цвета, сохраняет свойства особых тканей, эффективен при низких температурах, не оставляет разводов. Артикул 118-40 подходит для микрофибры, даже для пуховиков, для спортивной одежды, для термобелья, для тканей с различными пропитками. В общем, супер-супер. Супер. Также он имеет такое преимущество, как обновление цветов, эффективен при температуре от 20 градусов по Цельсию. Ну, вот этого я не проверяла. Вот, я не знаю, если у меня даже на машинке такое 20 градусов по Цельсию. Не оставляет следов и разводов. И дерматологически проверен. Подходит для стирки детской одежды 0+.
Вот маркировочка есть 0+. Поэтому можно и детские платьишки какие-то красивые с рюшками стирать, да, даже грудничков можно стирать. Так, артикул 118.53. Это ультракондиционер для белья. Восточный пион. Вот, скорее всего, это мой самый-самый один из любимейших. Я не могу. Вот это вот прям такой он терпкий, классный. Ой, ну вообще супер. Особенно после гелей BSC. Если гели для стирки BSC мне очень понравились, то, конечно, кондиционеры, они тоже хорошие, точно-точно такие же, но не очень-то экономные. Они получаются в два раза дороже, а запаха нет. А я люблю, чтобы пахло вкусно. Вот идешь на балкон белье вешать, и кайфуешь, а там вообще никакого кайфа. Вот, далее, это я дарю на день рождения, представляете? У девчонки 1 января был день рождения, но так как заказ задерживался, колготки упали в автозаказ, все пришло 6 января. Но я ей сказала, что я ей заказала подарок. Там еще кое-что есть из подарков, но самое главное, что вот это она хотела очень, и я точно знаю, что она очень хотела, поэтому я ей сказала, что в связи с праздниками подарок тебе придет попозже. Вот поэтому я и буду собирать подарок и положу туда вот эти вот колготки. Артикул 81514. Вообще суперские колготки, это троечка М. Вот, классные, 200 ден, прямо супер. Вот, так, гель очищающий для туалета, как обычно, да, 30-292. Эти вот концентрированные средства от накипи для чайников и кофемашин, я его еще беру для того, чтобы отбелить им столешницу. Очень шикарно обновляет столешницу, она становится белой. Она у меня и так белоснежная, но если какое-то пятнышко въедается, там от чая, от кофе, еще чего-то, они великолепно справляются. Я просто вот из ампулки капаю. И столешница живая. Это тоже не сказала одна подписчица. Поэтому бывает такое, что пятнышки не отмываются. Скрести столешницу не хочется. Конечно, она у меня не полированная, но все равно. Артикул 30-259. Вот. А так, на самом деле, мы им и чайники чистим. Кофемашины у нас нет, потому что я пью растворимый кофе. Мне не нравится ждать, пока все это сварится, заправлять, мыть, ухаживать. Еще за одной машиной в доме. Просто вот от машин в доме уже устали. У нас и так три вида пылесосов, вообще там, ой, да чего только нету. Поэтому вот это вот концентрированное средство от накипи для чайников и кофемашин нам подходит чем? Действительно, мы чистим чайник, оно действительно быстро удаляет, он безопасен, он эффективен, да. И самое классное, еще вот такое вот у него есть применение, что мою каменную столешницу он чистит великолепно. Далее, биокапсулы для посудомоечной машинки. Я заказываю сразу по 5, по 10 пачек, а потом мы переваливаем 2 в одну и остается 2 или несколько. Ну, чем они мне нравятся, положил, все блестит, все здорово, артикул 109.02. Вот эти пакетики разрывать не нужно, так и кладете вместе с пакетиком, все получается растворяется, и ручки не мараете, и ничего. В общем, шикарная штучка такая, шикарная. Отмывает, действительно, посуда блестит. А дальше хочу показать гномиков. Вот честно, это вообще чудо, что они у меня сейчас в руках, они у меня на столе. Иногда даже раздражает, зачем их и делать, если на всех не хватает, все хотят купить, сделано действительно их мало. Комгном Гринли, гномики суперские, я такие хотела и подарить, там на Новый год, там еще что-то. Нет, их не было в наличии, но вот тут они появились, я по одному урвала, пусть идут к своим соседям. Хорошие мягкие гномики, раньше меня смущало, что они без глаз, потом мне объяснили историю эту, и я как-то вот успокоилась. Значит, вот такой вот гномик в розовом колпаке, артикул 910-278, материал хлопок, войлок, полиэстер, металл и пластик, размер 25,5 на 13 на 7. Клевый, клевенький, хорошенький. Вот, и далее артикул 910-276, в принципе, то же самое, но просто в голубом колпачке, такой вот прям хорошенький, в одежде. Борода такая классная. И вот вы знаете, я заказывала 3 разных гномика, но почему-то пришло 2 одинаковых. Я по накладной посмотрела, правда, этих 2, этот один, а тот, который я хотела, ни одного. И, если честно, его уже нет в наличии. В общем, собирать гномиков от Faberlic — это та еще задача, потому что я несколько раз их добавляла в заказ, но их с такой скоростью расхватывают, что их не бывает уже в наличии, когда я хочу утвердить этот заказ. Ну, тоже как бы не очень-то удобно. Итак, значит,
Значит, это салфетки с артикулом 30, 552 для выведения пятен. Они мне очень нравятся, влажные, универсальные. Любое пятнышко свежее вы затрете, спасете свою одежду, а может быть и свой праздник. Вот, это вообще, по идее, важно, если в доме есть дети. Да, далее, 100 лет не заказывала крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Потом смотрю, а у нее уже поменялось обличие. Я вот не помню, чтобы я эту новинку заказывала. Артикул 30058. Посмотрела, чем же она обновлена. Ну, мне кажется, просто упаковка обновилась. Я брала 3 штучки. Одной уже помыла плиту. Ой, не плиту, а у меня теперь кухня не каменная, да. Вот это вот получается... Ой, запах приятный остался. Не знаю, что поменялось. Не каменная раковина, а именно металлическая раковина. Из-за того, что металлическая раковина, там бывает, что желтеет, что-то вот застаревает. Но мне понравилось, потому что оно быстро отмывает. Что, как я мою вообще? Да, это крем-паста для чистки металлических поверхностей. Она нежная, ласковая, она не скребет. Ей можно очищать вилки, замачивать и так далее. То есть я выдавливаю такую кучку, губочкой ее разношу и ухожу. А через 15 минут просто этой же губочкой потерла, смыла водичкой и все. И все отлично и замечательно. Взяла я в запасничке вот такую вот тигрушу. Я его уже показывала. Я думаю, дочка найдет это видео, сюда вот вставит, как Викуська в нем смотрится. Он мне очень понравился. И это кое-кому в подарок. Артикул 861-775. Очень классная кофточка. 10 раз распаковывать не буду. Но вот тут вы можете Викусю посмотреть. Далее, мое любимое средство для чистки духовок и плит. Много лет оно было одно, а тут раз и стало и апельсиновым, и свежей с мяты, и обычным. Ну, в общем, я свежей с мяты выбрала, потому что оно менее такое вот химозное, что ли. Артикул 30-120, оно не химозное, но тут очень много в составе различных кислот. Да? И вот эти кислоты, они все равно дают неприятный запах, неприятный аромат. Вот. Ну, все-таки свежей с мяты куда вкуснее. Ну, это в основном мы моем плиту и чистим трубы. Очень хорошо чистить трубы, на ночь заливаете. Ну, или чтобы часа два никто к раковине, допустим, не подходил. Отлично прочищает, мне очень нравится. Далее, соль обычная, артикул 161-46. Вы знаете, что у нас широкий ассортимент соли с различными вкусами, приправами. Да, сейчас это модно, в магазине тоже таких много солей всяких разных. Но мы берем простую, обычную. И вот эта соль, она идет с коллагеном, с пищевыми волокнами и на 30% меньше натрия. Вот. И далее взяла в запаснике многофункциональные салфетки для уборки, которые можно мыть, стирать. Их тут 50 штучек в рулончике. Недавно вам про них рассказывала. Повторяться особо не буду. Они классные, клевые. И, в принципе... Чем мне понравилось, тем, что они идут все-таки биоразлагаемые. Они не наносят вреда окружающей среде. И сколько бы они ни стоили, я сразу же перешла на них. И смею заметить, что салфетки разобрали мгновенно. Ждем такие же бумажные салфетки в таком же рулоне. Очень удобно. В общем, вот такой вот маленький небольшой заказик нужностей, полезностей дом и один маленький подарочек. Всем пока-пока. С вами была Конова Аня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.